28 июня в профессиональный праздник журналистов в Астане состоится вручение национальной премии «Уркер», где назовут имена лучших представителей в области печатной, радио и интернет-журналистики. Церемония начнется в 19:30, ну а те, по каким-либо причинам не удастся попасть на торжество, смогут увидеть на Хабаре телевизионную версию. О последних приготовлениях к премии Кайрат Журумбаев. Времени остается все меньше, а сделать предстоит еще немало. Свет, звук, декорации, красная дорожка. Уже через пару дней здесь начнется вручение главной премии страны в области печатной, радио и интернет-журналистики. Организаторы готовятся и обещают красочное шоу. В Казмедиа-центре жизнь кипит круглосуточно, но в день премии будет царить особое настроение, говорят устроители мероприятия. Почти что 2 месяца готовили эти номера, рисовали большое количество графики, нарисовано больше 28 как бы графических картин. То бишь, стояла задача именно на этой премии все сделать более мультимедийным. Брали красивые голоса, у нас все песни исполняются вживую, и поэтому мы хотим показать, ну, Казахстану новые лица. Всего для участия в конкурсе поступило 1050 заявок. Это значительно больше, чем в прошлом году. Увеличилось и число номинаций премии «Уркер». Всего их 14. Победители каждой, помимо статуэтки, получат денежную премию в 1 миллион тенге. Кайрат Журумбаев, Болотбек Табалдиев. Итоги дня.